часто задают вопрос, зачем нужен матрас. Матрас нужен по таким критериям. Первый критерий – это защита самого матраса от загрязнений. Сам матрас сдать химчистку достаточно хлопотное дело, поэтому можно выбрать на матрасный, который будет защищать поверхность матраса от загрязнений. По второму критерию – это мы повышаем комфорт сна. Комфорт сна мы повышаем тем образом, что бывают достаточно жесткие матрасы. Для этого можно выбрать на матрасник достаточно плотный. Он повышает мягкость вашего сна и комфорт. Такие на матрасники бывают. Это с антиаллергенным волокном, они достаточно такие плотные, пышные, либо с шерстью. По третьему критерию, по которому мы выбираем сам на матрасник, это защита матраса от загрязнений. Это водонепроницаемые наматрасники, в структуре которого есть специальная полиуретановая мембрана, которая защищает вашу постель от протеканий и попадания влаги. Она достаточно усовершенствована, она дышащая и подойдет для тех людей, которые любят покушать в постели, попить чай, кофе, либо для маленьких деток. Определенный еще вид наматрасника есть наматрасники, которые выравнивают поверхность. К этому виду можно отнести наматрасники из вискоэластика, латекса, а также из таким плотным наполнением, это может быть конопляное волокно, либо лен.